Так, ребят, всем привет! С вами Гараж Ремонт. Сегодня начали мы заниматься ВАЗ-2115 по сварочке. Там тоже салон. Ну, там много, короче, тоже вообще дел с ней. Вот. Я вам покажу, сниму, что делать будем. Также задние лонжероны, полы и так далее. Все это надо будет менять. Вот. Сейчас я вам сниму, покажу, что мы делаем. И уже в дальнейшем буду показывать, как варится, как срезали, как что и так далее. Так, ребят, ну вот что у нас предстоит нам сделать. Сейчас мы будем вырезать старый порог, отрезать. На ему там вообще крышка порогу. Наметили мы уже метки, куда будем вырезать, где будет стоять новый порог. Вот, там тоже наметили. Вот, и будем делать. Здесь мы уже почти зачистили, вон тут у нас такая. Ну и днище само. Вроде кажется там нормально, а на самом деле там вон берение. Тоже весь гнил. Вот. И вот сейчас мы будем варивать. Сейчас порог мы вырежем. Зашкурим. Вот эти кантики тоже уберем. На новые будем порогов. Также усилители внутренние, наружные. И пол. Вот. Сейчас вырежу, сниму, ребят, покажу. Так, ребят, вырезали мы пол. У нас еще, ну, здесь, с этой стороны, я вам потом покажу. Сейчас, на данный момент, пока делаем правую, левую сторону. Вырезали мы порог. Сейчас вставляем вот сюда вот эту заплатку, эту, на стойку. Вот. Сейчас собьем вот эти. Усилители тоже новые у нас. Будем их варить. Там внизу тоже самое. Ничего хорошего. Все вдрызг гнилое. Короче, поставили мы вот порог, примерили его. Здесь вот эта была стойка вся гнилая, мы ее все срезали, сбили, дырки вон насверлили. Сейчас мы сделаем наточечную сварку. Ну вот, порог мы подрезали, вот как у нас в принципе получилось. Как бы, ну, ничего кривого нету, более-менее ровно. Вот. Ну и, в принципе, сейчас мы начнем уже, я так думаю, обваривать. Сделаем тоже дырки, на точечной сварке мы вот здесь приварим. Сначала сейчас снимем порог, приварим внутри усилители, и потом уже будем порог сам. Короче, сделали мы, ребята, усилители, просверлили, сделали мы порог тоже, вот просверлили дырки, сейчас будем сажать. Сейчас сначала приварим усилители, потом приварим сзади усилитель, потом порог положим, вот, и потом уже внутренний порог также вырежем, здесь внизу вот это все гнилье тоже вырежем, и все, и здесь приварим сейчас. Вот в эти дырки все тоже приварим. Здесь потом сделаем заплатку и уже будем варить днище. Так, ну вот, приварили мы сам вот этот усилитель, лонжерон. Вот он как у нас получился. И приварили мы усилители уже.
сзади, спереди. Сейчас будем вешать порог, а потом внутренний усилитель. И от внутреннего усилителя мы уже пойдем дальше днище делать. Так, продолжаем, ребят, дальше заниматься. ВАЗ-2115. Порог и усилитель мы приварили. О, ну пока так, на прихваточках он. Двери повесили, посмотрели, все нормально. Вот, зазоры все подходят. На данный момент сейчас мы усилитель-то тоже нормальный, его зачистили, просверлили дырки, сняли с него все гнилое железо. Вот, и сейчас на данный момент снимаем вот эти тоже листы железа. Это высверливаем и выбиваем. Вот. И уже будем ложить новый пол. Вот они стоят, пол. И будем уже прикладывать и потом обваривать тоже по этим же дыркам. Можно было, конечно, не усверливать, так подогнать. Но уж делаем качественно, поэтому как более-менее стараемся делать качественно. Вот. Хуёв само получится. Ну и вот продолжаем. Сейчас внутренний усилитель мы тоже вырезали. Вот он лежит, будем его вставлять, приваривать, потом также пол. Вот. На данный момент сейчас сбиваем железо спереди, вот сбили, вырезали, сейчас здесь будем вырезать. И будем вот здесь тоже вот этот пол надо срезать, потому что он там-то он вроде нормальный, здесь вот, а вот здесь он уже весь сгнил. Ну, раз делал, так делал, тогда все, что тут кусками оставлять. Вот. Ну и, ребят, в принципе, сейчас буду дальше делать, там сниму, покажу, если интересно, смотрите. Ребят, вырезали мы пол на ВАЗ-2115, усилитель внутренний, ну порог на внутренний вырезали тоже. Здесь мы, у нас тоже тут подгнило, здесь мы что-нибудь придумаем, тоже наварим. Вот. Ну и вот усилители тоже приварили внутренние. Вот, пол мы вырезали. Вот этот кусок мы сейчас еще тоже дорежем. Вот это вот гнилье все уберем отсюда, вот это вот. И уже будем пробовать. Ну, собьем еще вот такие вот у нас. Просверлим, собьем железо там внутри. И уже будем мы прикладывать новый пол. Будем смотреть, как его подгонять, также отрезать, вырезать. Вот. В принципе, работа-то не такая уж сложная, но все равно геморроя много. Вот. Ну и усилители сзади, лонжероны, такие же, как и на 99-й. То же самое, тоже варить. Вот, ребят, значит, продолжаем и дальше заниматься. Пол мы уже сделали. Начало у нас пошло. Здесь у нас будет уже внутренний порог. Сзади тоже все выпилили. Вот. Ну и продолжаем дальше заниматься. Выпиливать, пилить и так далее. Так, ребят. Ну, на сегодня все. Сделали мы порог, усилители все вырезали. Начали пол мы уже делать. Вот. На сегодня все. Как бы закончено. Завтра приедем, будем продолжать. Сегодня дела у меня другие, еще надо уезжать. Вот. В принципе, время прошло часа 3-4, наверное, мы приварили на стойке вот эту накладку, порог, усилитель, вырезали все днище и начали приваривать уже новое днище. Вот. Завтра приеду, начну дальше продолжать. Вот. Покажу сейчас, что сделал. Вот, начали мы пол приваривать, сзади еще не приварили, вот этот спереди его полностью приварили. Вот, вот эту стоечку мы сделали, внутри усилители у нас новый, вот он. Здесь мы что-нибудь придумаем, вот здесь. Вот, и дальше новый усилитель, ну и порог также стоит. На сегодня все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует. Смотрите, кому интересно. Всем пока.